так дали наши пацаны. Третий панцирник за 10 дней войны уничтожили. Тоже был обстрелян. Сюда доехал и все. Все закончилось для него. Сейчас мы его уничтожим. А ребята отжали у русских братьев вот такой аппарат. Трохи он стоит денег, наверное. Полный боевой. Будем надеяться, что больше войны будет стрелять по мирным людям, украинским. И что эти русские, сука, блядь, загарбники отхватят. Что больше никогда в жизни не захочется, блядь, идти на украинскую землю. Тут стоит целая колонна, блядь. Это мы неподалеку находимся баштанки. Там стоит колонна, есть машина связистов. Еще чего-то непонятно, блядь. Но это, наверное, самое главное. Добуток. Слава Україні! Смерть ворогам! Хай горять в пеклі!